Да, затея фиговая. Вдруг какая-то из них не шуганная, а? Вы только посмотрите, как сильно выгорела степь. И все еще продолжает гореть. Посмотрите, там все черное дальше по горизонту. Весь тот край сгорел. Вот. И там дальше, 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 дальше. Вплоть по горизонту. Пожар так пожар. Все еще полыхает. А я готовлю, в общем, хворост и готовлюсь к ночи. По поводу остроги. Я вчера плавал. И, в общем, щука здесь есть одна проблемка. Во-первых, течение. Течение. То есть ты целишься в щуку, опускаешь острогу на самое дно, и когда уже нужно бить, щука уже далеко. Такая проблема, тяжело подрасчитать. И... Так, минуту. Хотя... Ладно, вот. Хотя, ладно, перейду. Вот. В общем, нужно сделать... холли, расстояние между ними немного поменьше. Чтобы уж наверняка щуку бить. А то она немного широкая. То есть ты бьешь по щуке, а возможно, что и не все колышки-то по щуке попадут. Вот. Такая проблема. Потом сейчас возьмем. Немного переделаем копье после того, как принесу побольше дров. И приступим к телу. В общем, вот, собрал еще немного хвороста. Сожгу свою гребаную удочку. Прокипячу еще раз воду. И буду готовиться к остроге. Попытка номер два. Покажу кое-что. Сделал вот для казанка небольшое. Блин. В общем, стойку, потому что вкус воды кипяченой, как у золы, надо навесом делать. Надеюсь, сегодня на острогу словлю щуку. Тогда вопрос голодом будет решен полностью. На несколько дней. Если не словлю, то абзац. Ну, ти боже ж ти мой. Смотрите, какую малютку я поймал. Случайно увидел. Шел умываться камням. Что-то в этом духе. И вот. Словил. Так, посмотрим, что тут с ранкой стало за одну ночь. Ну-ка. Держу камеру подбородком, поэтому, если что,
Не обессудьте. Так. А, вот здесь. Он побледнел. Ну, ранка потихоньку стянулась. Сейчас нужно будет хорошенько все промыть. Потом просто наложить пластырь. Заматывать бинтом я, наверное, не буду. Он должен немножко отойти от того, что так долго во влаге был. Он принял такой вот эффект. Надеюсь, что он пройдет. Так, не знаю. Похоже, камера все-таки заработала. В общем, у меня камера упала в воду. Вот. Судя по всему, сейчас там на штативе небольшое запотевание, поэтому нифига не видно. И очень жаль. Здесь очень красивые места. Вот. Я старался изо всех сил включить камеру. Она все-таки включилась. Не знаю, каким чудом она это делает, но она уже дважды падала в воду. Ну, один раз на прошлом походе. И вот на этом походе тоже. Потом вам скину картинку этой камеры. Покажу, как она выглядит. Дважды падала в воду и дважды потом воскресала. Блин, поскорее бы вот запотевание ушло. Не знаю, здесь такие красивые места. С двух сторон горы. Много камней, красота. Так, цифровик все еще не работает. Но я наконец-то словил щуку. Я словил здорового окуня на спиннинг и здоровую щуку. Ну, как здоровую. Щука не очень... Короче, среднего размера щучка. Самая обычная щука, в общем. Вот. Фу, наконец-то нормально поем, хоть сытым буду, хотя бы один день на этом сплаве. Я, в общем, плыл. Огромный плес. Жалко, блин, не видно нифига. Короче, большой плес. Я его весь прокидал, ни одной поклевки не было. Затем плыву, уже собираюсь уплывать. Вижу, около камышей щука плывет в воде. Около нее блесну прокинул, и бац, она среагировала. Эх, сейчас, к сожалению, черный экран, но это Баптистский пляж. Я наконец-то приплыл уже в наши места. И смотрю, здесь реально воды такие спокойные, тихие, никакого этого гребаного течения. И сразу же рыба вошла, клев пошел сразу же нормальный. Все, я приплыл в наши места. Это первое место наше, Баптистский пляж. Боже мой, и я сейчас буду здесь один, один на целом пляже. Кайф! Это была очень долгая неделя. Я целую неделю плыл по фиг знает какой местности. С кучей течения. Рыба не клюет. И вообще непонятно. Даже на опарыша она не клевала. Единственное, что она немного агрилась на тутти-фрутти, но это все плотва. А хищная рыба вообще жесть. Какая-то была. Я только три маленьких окуня наловил за пойманную плотву. И то, блин, три маленьких окуня. Я был голодный, капец. Сюда приплыл сразу же щука средних размеров. Еще и щука маленьких размеров. Я еще одну щуку поймал. И среднего размера окунь. Ну, то есть такой, больше ладони. О, зашибись. Ну, окунь, можно сказать, большой. Да, он. Есть маленький окушок, а есть какие крупные. Да, это крупный окунь. То есть вообще здорово. И целый пляж. Целый пляж. Ёлы-палы. Ох. Сегодня буду сыт и доволен. Так. До сих пор еще после падения в воду не сошел. Шли, в общем, капли воды с объектива, но зато сейчас я ем этого окуня, но показать не могу,
Но окунь приличных размеров. Я его просолил и обалдеть как вкусно. Щуку решил пока не трогать. Завтра днем уже начну этим делом заниматься.